Для того, чтобы создать колонки в тексте, нужно зайти в вкладку «Разметка страницы», пункт «Колонки». Здесь есть предустановленные шаблоны, а есть настройка. Нажимаем «Две колонки». Текущий абзац преобразовался в две колонки. Отменяем, смотрим, что можно нам настроить. Возвращаем назад текст, другие колонки. Отмечаем весь текст, две колонки, ОК. На этот раз весь текст преобразовался в две колонки. Также есть полезная возможность добавить разделитель между колонками. Этот разделитель улучшает читаемость нашего текста. Есть возможность сделать неодинаковые колонки. Это делается с помощью пункта слева или справа. Видите, левая колонка будет меньше, чем правая. Можем задать количество колонок. Для лучшей читаемости уменьшим шрифт. Поставим разделитель между колонками. Таким же образом мы можем преобразовать в колонки определенную часть нашего текста. Выделяем часть, опять ставим две колонки, добавим разделитель между колонками. Для лучшей видимости наших колонок перед колонками и после колонок поставим пустые строки.